Их не напугать конкурсным заданием. Сегодня в городе Сертолово Всеволожского района соревнуются лучшие коммунальщики Ленинградской области. Полигон для проверки профессионализма – база местного водоканала. Участники – 6 аварийно-восстановительных бригад. По словам организаторов, лучшие в профессии. Основное конкурсное задание – изготовление элемента водопровода. По легенде, старые трубы прорвало, их нужно экстренно заменить на новые. Судья засекает время, а команда, это мастер, электрик и сварщик, начинают работу. Участники говорят, даже самая запутанная задача настоящего профессионала никогда не напугает. Как правило, это через день у нас происходит. Трубы гниют, приходится их менять. Для профессионалов подковырок быть не может. Потому что, значит, на предприятии лично я работаю 11-й год как сварщик. Ну, я не знаю, чем меня можно напугать. Не менее важна и теоретическая часть. Перед экзаменатором конкурсанты тоже не теряются. Тянут билеты и письменно отвечают на профильные вопросы. Итоги конкурса подведут вечером.